все-таки надо краситься. Так, черная хрень. Это либо брови, либо глаза. Знаю Настю, это может быть тюбик с ее душой. Ладно, включил Машу Вэй. Приступим. Первая тоналка. Много. Нормально. Лучше больше, чем меньше. Однажды видел такую подругу, она в ней как будто помылась. Зашибись. Консилер. Да что за название они себе придумали? Будем без него. Все равно не шарю, что это. Пудра. Фу, блин, походу у меня на это аллергия. Отложим. Румяна. Этого можно не жалеть. Красные щечки значит здоровая. Так говорила мама. Хайлайтер. Пойдет. Теперь намазюкаем брови. Ай, спина затекла. Как она это все делает, больная на голову? Так, тени. О, чтоб меня сейчас увидели пацаны. Да ты шо, баба на расхват. Стрелки. Не, ну тут даже Настя говорила, что это тяжело. Ладно, попытка не пытка. Капец, а так хорошо шел. Ладно, пойдет. Ресницы. Нахер я открыл рот? Еще раз. О, это походу так надо. Последний штрих. Помада. О, главное, чтоб яркая. Зашибись, мальчики обалдеют. Фу, какие же мерзкие мысли. Я готова обрезать свои ногти за $200. И знаете из-за чего? Из-за вот этого. Я ее скачала неделю назад. А встала из-за компьютера только сегодня. Разработчики, вы что наделали? Это реально? Это уже болезнь? Это болезнь уже? Я уже половину аниме-магазина с Геншином купила. И жду обновления больше, чем своего дня рождения. А, насчет ногтей. Я их обрежу, да. Потому что мне играть неудобно. Играть неудобно с ногтями за $200. А чем я думала, когда я такие длинные делала? Я не понимаю немного. Ну ладно. Встретимся в 3000 году, когда я встану из-за компьютера. А пока что. Тик-таки меня не ждите. Шучу. Если тут будет 1 000 000 лайков, я сделаю ногти по игре Genshin Impact. И они будут длиннее в 2 раза. Подписывайтесь, ставьте лайки, я пойду играть. С вручил Клиси, не забудь писать лайк.